с момента, как в нашей семье появилось вот это чудо, вместе с ним начали появляться чудесные пятна на некоторых поверхностях. Что смешного-то, да? Мы, конечно, попытались все самостоятельно вычистить влажными салфетками, порошками, но как-то результата это не приносило никакого. Тогда мы вызвали профессионалов из компании «Экохьюля». Они с помощью какого-то невероятного пылесоса, который выбивает, вычищает все, они показали нам специальную такую салфетку, на которой осадок вот оставался того, что живет, ну, точнее теперь уже жило в нашем матрасе. Ну, теперь все чисто так. И кое-кто, да, кое-кто теперь опять может оставлять свои пятна, да? А самое интересное, что они это все очень натуральными шампунями чистили, то есть никаких химикатов. Так что и не страшно никому. Да? Можешь оставлять опять пятна? Мы, если что, опять вызовем профессионалов из компании «Экохьюля». Да? А поклон будешь делать? Поклон. Вот так.